Так, пошло. Lexus. Дата 9.11.2002. Итого в долларах 526 долларов было. Значит, видите, эта машина была приобретена Севернефтегаздобыча ОА. АО. Так, это 4.01.3 года. 302. Доллара. Далее. 7.03.3. 468 долларей. Значит, все вы тут видите. Фильтры, мельтры, все там такое. Колодки. 13.05.3. В долларах 863. Идем дальше. Так, 4.08.3 года. Все, что тут делали, я вам показываю. 625 долларей. Так, далее у нас идет 23.11.3 года. 1275 долларей. Вот что тут делали тут. Что тут меняли, да? Так, теперь 9.04.4 года. 718 долларей. Что тут делали? Вот она все есть. Седьмого, пятого, четвертого года. 218 долларей. Свист ремня. Тянет влево машину. При торможении сильнее. Значит, тут все это выправляли. 08, 06, 2004 года. Сняли ступицу. И т.д. 275 долларей. Потом пошло у нас. Пятнадцатого, ноль девятого, четвертого года. Снятие и установка наружного зеркала заднего вида в сборе. Отделочная панель передней задней двери. Снятие и установка. Непонятно, что это такое. На 60 долларов итого все это дело было. Так. Слушай, Юра. Здравствуйте, добрый человек. Здравствуйте, Чего здравствуйте. ты там? Чем занимаешься? Дома я. А чего на массаж? Да пока что, как говорится, терпит. Передохнешь? Да, пока что Передохнешь терпит. пока? Да. Слышишь, ну чего у тебя-то мало? Да, пока ничего, я это. Далее у нас, что тут у нас далее идет? 28.10.4. На 423 доллара идет расходы. Можно все это увидеть. Потом 05.02. О, 8 года. 8, это уже, наверное, я пошел. Тут что-то тара-та-та-та. Значит, уже пошли в рублях. 17 1257 рублей. А, это уже я пошел. То есть машина до 2007 года, вернее, до какого там года она была в руках банка. После ее из банка куда-то
То есть до 2004 года она была, ну до конца 2004 года она была в руках Севернефтегаздобыча АО. Потом попала в 2007 году в мои руки, и я вот начал там делать ТО с 2008 года. Значит, пошло, да? Так, 17.04.08 года. Так, что тут у нас? Аж на двух листах идут там, видать, какое-то большое ТО. ТО это на чем сделано? Стуки, скрепы в передней подвеске, лампочка селектора автоматической коробки передач, работает ли холодильник. Ага. И пошло, да? А тут интересно, какой пробег был? А вот это надо пробег 108 тысяч 002 километра. Так, итого с меня взяли за это ТО 38 668 рублей 10 копеек. Так, 30.05.08. Шум мотора печки, замена запчастей части. Та-та-та-та-та. Снятие установка топливного фильтра. Топливный фильтр, ух ты, уж делали, а я не знал. Это на 108 тысячах, да? Итого все обошлось 7458 рублей. Так. Есть. Так, 28.07.08 года. Наряд заказ, сумма к оплате 11 тысяч, что тут снимается, фильтра и так далее и тому подобное. Так, общая сумма, вот она, 14.06.08, это, наверное, одно и то же. 16.01.08, вот она, общая сумма. Идет клиент, задний мост, что-то тут, модель, марка. На слесарные работы общая сумма 3760. 15.05.08. Дальше пошло, что у нас? Техническое обслуживание. Техническое обслуживание 17.04.2008. Сумма платежа 34807 рублей 50 копеек. Можете посмотреть масло на розлив и прочее. Далее у нас пошло 14.03.2008 на 360 рублей. Диагностика электрооборудования. Lexus Лосиный остров. Как это было? 14.03.2008 года на 1627 рублей. Что делали? Щетки стеклоочистителя меняли. Так, ноябрь 2008 года. Диагностика электронного оборудования. Тормозная система. 24 декабря 2008 года на 1900 датчик кислорода заменили, глючил. Кстати, их надо заменить, потом они как-то долго ходят. А так вот, если не заменить, что-то то не быстро. 01.02.08 года на 1200. Что мы сделали? Считывание кодов неисправности.
Так, это что у нас такое? Ноль второго, ноль восьмого, 2008 года. Что-то мы тут делали. Работы. Тест АКБ, проверка. Так, дальше у нас идет Альфа-банк. 1.07.08 года. Это какое-то обслуживание, снятие и установка топливного фильтра, установка датчика уровня топлива, снятие и установка. Итого на 6712 рублей. Так, что это такое? 02.08.2008. Аккумулятор покупаю на сумму 6084 рубля. А это я обслуживался Торг Винт Сервис 14.02.2008. Так, ремень. Это такое, общая сумма на 3024 рубля. Ноль пятого, ноль второго, 2008 на 15531 рубль. Так, установка впускной коллектор, клапан, балка переднего бампера, передний бампер, снятие установка, дополнительные работы. Запчасть к оплате 15531 рубль. 01.02.08 5252 рубля. Что-то тут такое. Какой-то клапан. Торг Винт Сервис 25.01.08. Общая сумма на 1820. Замена правого датчика, замена втулок стабилизатора. Правый датчик 700 рублей стоил, замена втулок стабилизатора 600. Так, наряд заказ, это что такое? Какой-то миг. Ага. Многоярусная подземная стоянка в Москве. Акт приема сдачи. Так. Всего к оплате 500 рублей. Что выполнено, сделано, непонятно, но есть. Наряд заказ 30.10.07 года на 2105 рублей. Профилактика моторной печки, профилактика заднего вида. Непонятно, что за задний вид, но тем не менее. Так, 21.10.07 года. Диагностика подвески 1035. Торг Винт Сервис 12.09.2007. Общая сумма 2050 рублей. Замена втулок переднего стабилизатора 350 рублей, установка брызговиков 4 штуки, 1000 рублей, смена салонных фильтров 2.
Салонные фильтра, это я вспоминаю, это меняли из-под креслами, потому что там идет продувка кресел. Их надо поменять. Так, это что у нас такое? 23.08.07 года. Диагностика, замена масла, замена охлаждающей жидкости, замена воздушного фильтра. Закрепить накладку передней, левой передней двери. Итого, как к оплате, общая сумма 8040. Так, мы с вами разобрали. Разобрали 2007 год и 2008 год. Хронологию хотелось бы соблюсти, но посмотрим. 8 июня 2009 года, это уже в Ростове-на-Дону делалось, на 680 рублей масло и масляной фильтр, датчик давления масла, замена. Вот так вот. Сюда. 4.10.2009 на сумму 12 992 рубля. Тут техническое обслуживание идет. Лампа габаритного камня, колодки. Передние того и того. К оплате 12 992 рубля. 20.10.2009 года. Общая стоимость 10 850. Заменены тут какие-то расходные материалы. Договор на ряд заказа на работы. Это 27.06.2009 на 1500. Ремонт вмятины какой-то. Так, 31.07.2009 года. Сервисное обслуживание Лосиный остров. Одиннадцатого выполненные работы на сумму 37 000. А общая стоимость 56 500. А что ж тут делали? Установка ксионового оборудования, фары, противотуманного света, замена габаритных ламп на светодиодные, замена стекла в двери, прокладка кабеля от адаптера i под бардачок автомобиля, замена воздушного фильтра сидений с климатической контролем, тонирование 4 стекол. Далее, что тут идет? Стекло на автомобиле переднее, правое стекло на автомобиль Lexus. Переднее левое стекло на автомобиль Lexus. Заднее левое. Компонент проводки с реле КП-01. Лампа ксионова такая-то. Блок балластный АЛС. Угу. Воздушный фильтр. Сидений с климатическим контролем, альфа-02, светодиодный лабиринт. Это у нас на машину, еще раз посмотрим. Toyota LS 430. Вспоминаю, это далекий год,
стоят эти стекла? А сколько же эти стекла стоят? А цена 8400 рублей. Это переднее правое. Переднее левое почему-то 9100. Стекло на автомобиле Lexus. Заднее левое 8900. Так поступать не надо. Вот откуда и сумма набежала. 56500. Далее пошел 14.06.10 года. Lexus Лосиный остров. Техническое обслуживание пошло. Данные клиента. Строка 2. Тут столько всего. То есть это какое-то большое ТО. Номер модели и к оплате с учетом скидки 76617 рублей. Вот так вот. Это ТО было насколько интересно. Данные клиента. ТО на 140 тысяч километров. Большое ТО. Отчет о регулировке автомобиля, углы, муглы и прочее. Есть. Дальше пошло у нас 09.04.10 года на 16444 рубля. Техническое обслуживание, проверка всего этого, Toyota, Майота и так далее. Смотрим, это 12.10 за 12 год. Это автошины, 4 штуки я купил, на общую сумму 30 360. Договор хранения на колесах, то есть это та же фирма, в которой я все это дело купил. Хранение на год. На год. Сумма 3960. Опять идет что-то у нас такое. Услуги частное лицо. Это 12 октября 2012 года. Здесь я индивидуальный предприниматель у кого-то делал, да? На сумму 2436 рублей. Балансировка, утилизация шин. Что-то такое. 30 июня 2012 года. Хранение на колесах. Хранение обошлось 2640 рублей.
2012 год был. Двадцать первого, 06.13 года. Регулировка автомобиля. Сумма 10 238. Контрольная карта технического обслуживания. На 14.11.13 года. Так, дата 15.11.13 года. Сумма 80 112 рублей. Что-то такое. Проверка ТО на 200 тысяч километров. И пошло там снятие роликов, моликов. То есть это вы можете самостоятельно посмотреть, что тут делалось. Вот еще. Так, 15.07.13 года. Крепеж брызговика, снятие, установка парктроника. Итого 3360 рублей. 14.08.13 года 6089 рублей. Вот такие дела. Ноль второго, 09.13 года 16230 рублей. Что тут такое? Снятие, уплотнитель передней двери или зажим, втулка рулевой колонки, снятие, установка. Снятие, установка туманная фара, спойлер, крепеж, колпак, втулка, спойлер, крепеж. Крепеж и все. Не того, вот такая вот сумма только. Опачки, набежала. 31.05.13, сумма 13209. Это ТО на 190 тысяч километров, пакет на весенний пакет. Получите, пожалуйста. Четырнадцатый год. Так, 14.01.14 года, сумма 43 316. Диск, колпак, колесный, ковер, велюр. Это я приобрел. Приобрел один диск дополнительный. И коврики, количество один, один комплект. То есть у меня коврики новенькие, велюрчик. Контроль пройден, класс такой, мотор с юг какой-то. Так, адрес, плательщик, в Оксае я делал. Это решил сделать в ростовском Лексусе. В ростовском Лексусе на 5296 рублей. Какие-то втулки, стабилизаторы, все такое. И все такое прочее.
Это что такое счет фактура? Счет фактура. Опять Nikko Motors, Lexus, Аксайский район. 09.10.14 года. Вот тут делал. Можете посмотреть, что тут делалось. Стоп-кадр сделали и все рассмотрели, прочитали. Сюда. Все тут. Что тут у нас? Ух ты! Nikko Motors. Кстати, сейчас это ключ авто, в который я вот только что сделал ТО на джип и на этот Lexus. 8.10.16. Значит, тут мы наработали на 19.792 рубля. Лосиный остров, слесарные работы. Даже больше, сумма цифрами 20 047 рублей. Сумма прописью. Регулировка автомобиля. Это у нас 08.10.16 года. Далее идет 26 марта 2016 года. На 44 980 рублей. Это какая-то бумажка на 16 407 рублей. Так, 24 марта 2016 года. Наверное, к этому. Двадцать четвертого ноль третьего 2016 года. А, вот она. Перечень. Вот. Это у нас было 180 тысяч километров. Ремни и ролики были заменены. Моторы. Итого 16 407 рублей, да? Вот. Так, какая-то фигуринка. К оплате. На практически на 600 рублей. Что такое? Что такое куплено? 10 июня 2016 года. Это какой-то на Поклонной горе автосервис Автоплюс. Обслуживание автомобиля. ЛС-430. На сумму 65 тысяч. Значит, это было ТО какое-то. Ш...
Шиномонтаж, антибактериальная обработка. И везде плательщик Геннадий Петрович Малах. Дальше у нас 17-й год идет. Тридцать первого третьего семнадцатого. Отчет о регулировке автомобиля. Здесь я уже изменил номера. То есть я ездил на номере 001, но потом я не оформлял автомобиль на себя. Купить купил, но оформлять не оформлял. Сказали, надо оформить на себя. Вот я его оформил на себя. И у меня номера получились другие. Те, которые сейчас. Так, Lexus Ланосиноостровский. Это еще к прежним относится. 19-11-16 года. ТО на 80 тысяч километров пакетная. Что-то такое на 80 тысяч. Когда тут уже было гораздо больше. Угу. Скорее всего на 180 тысяч. Тоже должен быть пробег еще указан. Смотрим поставщик. Так, так, данные клиента Малахова, операционная каска, скидка. Так, Lexus, госномер, код модели ВИН. Угу. Т-80, ну. К оплате. Сорок восемь тысяч 501 рубль. Так. Это еще 16-й год, 19-11-16 года. Сумма к оплате 50 317 рублей. Так, это что у нас такое? Угу. 19 ноября 2016 года. Ага, это я уже сказал. Далее, что тут? Что тут я думал менять, что-то тут такое. Что хотелось поменять, это мне как раз показали чертеж, сколько это стоит. Это амортизаторы, да? Я их поменял. Поменял. Цена, значит, там по 80 тысяч, это 25 тысяч. Это я зеркало, наверное, сменил. Итак, 17 мая 2017 года. Приемосдаточный акт. На 34 950 рублей.
Автоплюс. Это на Поклонной горе мне делали. 17-го. Lexus Lassin Островский. Дата, где дата? Это 16-й год еще. 16-й год. К оплате 32 371 рубль. Шестнадцатый год. Сюда. Это 6.9.16 года. Lexus Лосиноостровский. Выполнение технических работ. Остаток того. На 3 979 рублей. Сумма цифрами. Что было сделано ТО на 260 тысячах километров, это мне обошлось 12 718 рублей 19 копеек. Что там, фильтра поменяли, масло поменяли. И все в таком духе. То есть 18-й год.